Сегодня будем готовить пончики. Берем 500 миллиграмм молока. Подогреваем молоко. Молоко должно быть тепленькое. Чтобы оно как с дрожжем быстренько поднялось тесто. Это быстрое тесто. С дрожжем. Дрожжевое тесто для пончика. Посеиваем муку 500 миллиграмм. Еще 500 грамм муки посеиваем. Одну чайную ложку соли. Одну столовую ложку разрыхлитель. Одну столовую ложку дрожжь. Две столовые ложки сахарной пудры. Все это мешаем. Пятьсот миллиграмм молоко вливаем. Подсолнечное масло. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9 столовые ложки масла подсолнечное. Все это смешиваем потихонечку. Thank you.
взбиваем 3 яйца. Опа. У нас 2. Каждое яйцо 2 желтка. 6 штук стало. Взбиваем. И заливаем сразу тесто. И смешиваем. Все. Вот так, а потом еще добавляем сюда, конечно, муку. Так, тесто готово. Вот у нас такое тесто. Не липнет руками. Всего лишь понадобится для теста 1,5 килограмма муки. Сейчас это закрываем. Ждем, пока тесто поднимется, и начнем готовить пончики. Тесто закрываем. Открываем. Тесто уже готово. Уже готово. Thank you.
еще чуть-чуть и заканчиваем наши пончики. Не очень вкусно получается. Попробуйте. Если понравится, напишите, пожалуйста, в комментариях. Всем приятного аппетита!